Вот, давай баллы ставь. Во-первых, доставка, блядь, десятка. Штырило. Это, блядь. Ну, это, да, не похоже, там и конец. Зрители сидят. Прекрасно. Угадай, вообще, сначала угадай с чем. Кстати, так как ты веган, там был один овощной, но там не было мяса, поэтому я взял другой. Овощной должен быть без мяса. А цена почти такая же. Ты тебе на шорты ешь уже. Ты не так разворачиваешь. Потому что без столика. Если не так, так еще проблема. На коленях разворачивай, Паша. Не, нашел. Нашел край? С чем он? Помидор, лук. Это какая-то непонятная штука. Сало? Колбаса. Колбаски там. Колбаски? Одна колбаска с ветчиной, вторая с индейкой. Круглые такие, вот, тонко нарезанные. Горчица с какого края? Равномерно. Центр поди. Не знаю. Там горчица, там еще какой-то соус-вест. И чесночный ранчо. Пока только ранчо. Да? Перцы. Ладно, продолжим. Две минуты ты не пьешь воды. Это челлендж. Вет ТикТока. ТикТока? Угу. На 10 минут. Мы в минуту не ложимся. Потом надо будет ускорять. То есть ты себе другой брал? Да. Я с сосисками брал. Он получился как шашлык. Ты как мне не сказал? Олимпийский сап называется сегодня. Что-то это начинает появляться. Чего? Остринка, да? Угу. Горчинка? Нос еще не провел, не? Я тот до сих пор помню. Да, до сих пор? Который самый первый. Не всегда в моем сердечке. Вот пока не так пойдет. Че? Что-то это похоже зелененькая хлопенья. Не знаю, я думаю. Я думаю, это она. Какая хлопенья, блин, там огурцы. Нет, огурцы. А. Это горчица. А зеленая это горчица. Она выглядит как... У меня даже рука трястись начала. Это горчица, Пашок. Она таким цветом. Он ее первый выдал. Горчица должна быть коричневой. Блять, у них зеленая, как ты видишь. Ну, на хлопенье похоже. Горчит? Если отдельно ее попробуй. Не знаешь, пока не попробуешь. Пока не горчит. Не горчит? Не, а еще я себя этим. Под опытом? Нет, кто там был? Толстый опыт. Пентелекин? Нет. Который в Грецию ехал. Блять, не знаю, Влад Савельев? Да, да. Он в Испании вообще. Грец, по-моему. Грец? Порно-актер, блядь. Как показывает практика. Неудавшийся, наверное. Я помню, когда он еще худой был. Ни хрена ты. Помнишь?
первый год его съемки. Нет, я начал смотреть, он уже был толстый, но я еще видел фотки, где он худой. А я видел худой. У меня даже видео попадались. Но это, наверное, уже был потом, да, я только потом. Это первый год, когда он продал подмосковную дачу бабушке. Взял Мерседес. У него сомнительное вложение какие-то. Он взял Мерседес бэушный и начал снимать видео. БМВ. Ну, БМВ. На БМВ видел. Начал снимать видео с Виджелинком. Нет, да, Виджелинка потом узнал. Сначала я у него смотрел. У меня еще идет видос есть на канале, где там я ему... У меня какой-то конкурс был. Ощущение? Вот, короче, там видос есть. У него какой конкурс был какой-то. Он типа говорит, кто пришлет мне эти видео для конкурса, он их потом где-то рекламирует, все на канале будет. Ага. Я, короче, через него раскручивался маленько. Сколько подписчиков? Не помню, у меня тогда, по-моему, 100 было. А сколько от него пришло? Он сам кто-то подписался? Ну, не помню. Ну, человек 15 точно был. Ну, короче, старт через этого Савельева. Через темные области Ютуба, блин. Ну что, не прет? А, один раз только попадал. Я даже не запил ни разу. Вот, напрягался. Сок, даже на сок потратился зря, да? Оно, наверное, где-нибудь действует. Самый этот смарт. Надо было 3 горчицы попросить. Или так смена просто такая жесткая была. Свежая, наверное, горчица была. Свежеприведенный с Америки, почему-то, да? Раз. Ну, тогда с Америки была, а теперь санкционная. Закончилась, осталась отечественная. Не берет? Вообще не берет, что ли? Ну, хоть вкусно, блин. На голодный желудок. Ну, не берет. Может, потом... Вот это черненькое, возможно, что-то... Это оливка. Я не знаю. А как он называется вообще? Этот? Ветчина и... Ну, есть как-то индейка. Ветчина и индейка. Или... У них нет таких названий. Чего название? Соусов или... Нет, вообще, это сборный считается. Ветчина и индейка. У него два... Она положила два этих... Потому что нарезанная колбаса. Широкая, блядь, круглая. Нет, ветчина. Ну, и еще индейка такая же белая только. Короче, не веганская, судя по названию. Вот в стране веганом быть нельзя. Вдруг война, ты голодный. О, здесь счет появляется. Ближе к концу. Я не с той стороны есть начинал. Даже лук не острый. Нет. А, чуть пошло. Пошло? Ну, слабо, походу, да? Одним зубом попал. Где-то дальше оно идет. Ну, короче, отдельно надо горчицу брать, да? Намазывать ручную, да? А ты спрашивал вообще, у них там есть острые? Я самый острый взял соусы. Там два острых соуса, блядь. Я еще чесночный раньше сверху взял. Это соус, а я имею в виду вообще как бы. Ну там острота только соусами делается. Овощи-то каждый пол. А веганский есть там вариант? Ну, то же самое без мяса. И сыра. Сыр тоже же нельзя. Сыр можно. Ты что, долбанутый? Веганы не едят. Сыр. Если веган, а если вегетарианец. Я не настолько отбитый. Веган не отбитый, вегетарианец вообще-то.
Я говорю, ну вообще ничего, даже мармелад не идет. Знаешь, почему они мармелад не едят? Там тоже есть что-то, да, молочное. Нет, мармелад из костей делают. Ну, почти угадал. Желатин для мармелада из костей добавляют. Там есть просто, который совсем, ну, похож на ветчину. Ну, веганы самые отбитые. Там была ветчина еще? Индейка? Да. Похоже, индейка попалась, зуб застрял. Мы могли вот так сидеть на лапе, коленками кверху и загорать. Вместе с ним? Да. Там собака рядом. Сейчас доешь, подойдешь. Измазанные горчицы есть что-то. Чуха. Мы сидим в группе. В личку в 2 часа ночи написала девка. 2 часа ночи? Ну, и там. Ты не спал? Я прочитал просто от удивления, думаю, кто такой, блядь, девушки. Девка написала из группы ВКонтакте, парковский причем. Ну. Кто, говорит, у вас сегодня цепочный карусель из операторов работал? А че? Не знаю, может познакомиться хочет. Я этому всем показал. Он такой, говорит, как они заебали меня, говорит. Похоже, у него там до хера фанатов. А, у вашего оператора, который вот этот, да? Молодой. В очках такой. Блин, не знаю. Без очков был там еще у вас. В очках худой такой, с длинными волосами. Не, я другого видел. Ну, у тебя вкусы другие. Я другого видел. Свои. Какие там вкусы, блин. У вас еще молодой оператор есть. Надо Женьку показать это сообщение. В чате. Вот так вот, короче, баб отбивается. У меня, говорит. Ни одной, у кого-то два ночи пишет тысячи, да? Я ему показал сообщение, говорю, что типа твой ссылку. Я хотя не знаю, как, конечно, его ссылка, просто не спросил. Может, не надо, говорит, они заебали меня. Достаточно работать оператором на цепочку. Все баб твои. Конечно. Не знаешь, пока не проедешь. У него, короче, идет увольняться. Он становится оператором цепочки. Да он может не увольняться, он может свои выходные просто оператором цепочки быть. Зачем ему увольняться? Ну да. А ты тоже можешь оператором лодочек быть 2 дня. Как раз в эти 2 дня лодки будет работать. Я могу каждый день быть оператором лодочек. Что с лодками, кстати? У меня один аккумулятор сдулся. Сдулся? Которым плавали машинки или? Которые не заряжались. Значит, он изначально был херовый? Один вообще не заряжается. Че? Кто в Питер поедет возвращать? Он из Москвы. Ну, кто в Москву поедет? СДЭК. Он из СДЭКа пришел. То есть Калинюк сказал, будет писать какое-то письмо. Голубя настраивает. Короче, раза 3 острый попал, сейчас вот 4-й раз, в конце в самом. Да стекло, наверное, да, туда все? Наверное, мы не могли по всему налить так, что ли? Да они... Вообще там вот слой делал, блядь, вот такой. У нас в хлеб впитал. Да и в конце, блядь, ты когда доедал хлеб, такой, блядь, сейчас ударю, сейчас. Нос пошло, что ли? Да. Ну давай это, баллы ставь, блядь. Из скольки? Из 10. Во-первых, питательность, блядь, на голодный желудок. Наелся? На 6. Не наелся? Ну там это 15 сантиметров, а если бы 30, еще бы такое. Может быть, если там перец попадался почаще. Перец? Какой перец? Ну этот, острота, короче. Я в зубе застрял, это, блядь, кусок индейки, единственный, да? Да как единственный, там колбаска, блядь. Я не... Ты ел все это время индейку тоже. Вот она.
Вместе с пером, что ли? Вместе с зубом. По остроте можно семерку поставить. А ну, короче, тот так. Первый все равно круче, да? Конечно. Там я, блядь, просто плакал, блядь. Я тоже тогда плакал, блядь. Это что-то вообще так. Что-то, блядь, острота ушла, да? Острота ощущений. Надо отдельно брать. Даже не запивать. Ну, я запью на всякий случай. Надо отдельно, блядь, кетчуп, горчицу брать, да? А может, горчица испортилась? Тогда было до войны, до санкций, блядь. Нет, я... Тогда была американская, может, какая-нибудь, блядь. А сейчас наш. Соловская. Коричневая. Зеленая, ну даже, блядь, не коричневая. Да, но это, мне кажется, не горчица была. Что-то... Горчица, блядь. Он ее из этого... Я ему горчицу сказал, он горчицу ебашит. Ну, она типа кусками была или жидкой? Жидкой, конечно. А это был кусок, блядь, какого-то овоща какого-то. Ну, это не горчица, очень большой. А как не горчица, блядь? Они там все эти, блядь, вот. Нет, так вот размазаны. То, что я видел, было не горчица. Она была зеленая и какой-то овощ как будто, но это не огурец был. Типа, говорю, на хлопенье похоже. Слушай, хлопенье, блядь. Ну, погугли, не знаешь. Она мне первый раз в пиццу попалась. Я запомнил ее после этого, она тоже острая. То есть. Короче, питательность 6. Красота. Если внешний вид? Да. Ну, так, тоже где-нибудь. Семерка. Семерка? Mm-hmm. Из 10. Yeah. Короче, в следующий раз надо отдельно. Помидоры красиво торчали. Отдельно горчицу брать, да? Mm-hmm. Которые острые, блядь. И мазать отдельно, открывать ее. Потому что они, наверное, как-то там полили. А она впиталась, наверное, в хлеб куда-нибудь. Что в самом конце вот попалось. Еще раз. Может, три раза надо было попросить горчицы ебануть. Три слоя, блядь. Ну там, кроме горчицы, еще соус вес был острый. Там еще другой вкус должен быть, блядь. Пикантный, он говорит. А не было? Только горчица? В конце вот был другой вкус, не тот, который мне попадался до этого. Ну вот, во время еды мне раза три было острое, а в конце был какой-то отдельный вкус. Который нос пробил. Он нет, отличается. Может быть, даже два раза попали. Короче, это не то. А ты не помнишь, какой первый раз пробил? Нет. Нет, я не помню. Ну там от соуса зависит.